Новый год, не выходя из трамвая, именно здесь староклашки из 8-й школы сегодня встретили Снегурочку и Деда Мороза. Правда, праздник попытались испортить недоброжелатели. Подробности в сюжете. Вот и Новый год пришел. Значит, Дедушка Мороз со Снегурочкой к нам придут на праздник. Фунтик ошибся. О празднике объявил, однако Деда Мороза и Снегурочку еще придется спасать от коварной шайки под предводительством тетушки Злыдни. Она, кстати, долго ждать себя не заставила. Сама праздников не любит и не хочет, чтобы другим весело было. Решила сорвать праздник, даже заколдовала Дедушку Мороза. Вот вам Дед Мороз, красный нос, борода из ваты. Ура! Устоять во время танца сказочных героев, пусть даже злых, не смог никто. На всем пути дети веселились от души. И каждый был уверен, что сказка закончится хорошо, иначе и быть не может. Так и получилось. Злыдня проиграла. Ребята очень замечательные все. Они очень ждут этого праздника. Для них этот Новый год волшебный. Особенно Снегурочка и ее герои, которые здесь. Для них это настоящая сказка. Это хорошо закончилось, мне очень понравилось. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю счастья и здоровья. Мне понравилось, что Дед Мороз танцевал. И волк танцевал лимбу. Еще мне понравилось, как мы играли... Игрушку передавали. Новогодний трамвай будет совершать по 4 рейса в день. Все сказочные персонажи в обычной жизни водители, инженеры и слесари. Пока будут гастролировать по городу. На работу остальных маршрутов это не повлияет, пообещали в горэлектротрансе. Анна Газятова, Альбина Батыршина, Екатерина Разина, Вести Татарстан, Нижнекамск.